А это помощники хозяйки. Да, наверное. Давай я шугну. Ну шугни. Ну что, куда пойдешь? Куда пойдешь? Ну, маленькая. Давай иди. Найди. Ух ты. Иди. Ладно, все. А сейчас снимай, не выключай. Вон туда вот на глину переводи, вот где лопата. За вот за этот листок. Я вижу. Ну вон он. Вот саранча. Воу. Не вижу я ее. Да, может, уже и влетела. О! Вон, вон она, да. Вон она. Да ладно. А, вот она. Ух ты. Это саранча, или саранча. А теперь мы типа пошли на экскурсию. На Таборское болото к мужикам. Типа круто. Ну, по дороге заскочим, наверное, еще на пару копеек. На цыпушку, на семейные ямы, если найдем. Здесь когда-то была деревня. Очень давно. Как она называлась-то? Я не помню. Я не помню. Не суть важно. Это стали сглаженные холмы еще. От тех мест, где стояли дома. Много сильных было, где как-то держали. Да, хрен с ней. Вот. Следующая остановка. Семейные ямы. Опять же, если найдем. Пошел смотреть. Чага это или кап. На мой взгляд. Иди, иди. А на мой взгляд, это кап. Ну чё, кап? Есть кап. Есть тяга. А куда ты ее складывать-то будешь? Вот это большая чага? Точно? Чага? Ну, на обратном пути возьмем. Видели когда-нибудь медузу-горгону, сидящую на дереве? Вот она. Вообще кошмар. Природа. На, такой выбор сделал.